Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и не оставляют меня вопросами о различного рода патопсихологических методиках. Сейчас на ваших экранах методика, изготовленная нами, научно-практическим центром АКМЭ, называется эта методика пиктограммы. Я вот, к сожалению, уже не помню, а ходить по своему каналу YouTube и смотреть, снимал я не видео, не снимал, не помню, честно говоря. Ну, одним словом, получили мы продукцию из типографии нашего изготовления. И, соответственно, хочу еще раз вам показать эту замечательную, самую мною любимую методику патопсихологического исследования, клинического исследования. Так вот это выглядит. То есть такой вот обычный Эрих Краузовский файлик, папочка. Здесь написано у нас... патопсихологическая методика пиктограммы, взрослый вариант. Да, значит, у нас есть два варианта. Это детский и взрослый вариант этой методики. Отличаются, методология у них абсолютно идентична. Отличаются они только стимульным материалом. Во взрослом материале, варианте патопсихологической методики пиктограммы, 5 листочков. Я вам сейчас их покажу, стимульного материала. А в детском варианте пиктограмм их 3 листочка. Обязательно, если будет интересно, покажу и детский тоже. Где-то вот там на полочке такая же папочка с детским вариантом лежит. Ну, давайте перейдем. Открою я к самому интересному. Вот, собственно, полный комплект по методике пиктограммы. Что он в себя включает? Сразу я вот это извлеку. На этой стороне оператор, вот заснимите, у нас QR-код. Все наши явки, пароли и так далее. Сосканировав его, сейчас в любом телефоне есть такой специальный QR-код менеджер, и можно понять, как нам позвонить, как нам написать, почту, телефон, сайт. Но это отложим в сторонку, это не столь интересно. И, собственно, методика, комплект этой методики. Самое главное, прежде всего, это вот эта самая методичка, методология методики пиктограммы, взрослый вариант, методическое руководство. Изготовленного в 2018 году. Я давайте ее открою, покажу, как это все напечатано. То есть вдаваться особые подробности я не буду. Тут приведены все необходимые данные, расчеты, формулы и так далее, как с этой методикой работать, что она выявляет и так далее. Хорошая методичка, красиво выглядит, но надо ее вот так вот выбросить, потому что ее, прочитав раз-два, человек, в принципе, запоминает наизусть, и она становится, по сути говоря, не нужна. А вот это самое главное, что идет в комплекте с этой методикой. Это один листочек А4, заламинированный. Можно это назвать условно памяткой. Но это на самом деле не памятка, это основа основ. Вот я даже попрошу оператора немножко расфокусироваться, чтобы не давать все наши секреты. Я шучу. На нашем сайте эту таблицу может скачать каждый желающий в разделе «Информация». Здесь с одной стороны таблица номер 1, клинические примеры, качество мышления, давайте я вот покажу, наглядно-образное, да, имбецильность идеи, наглядно-действенная олига, конкретно-ситуационные ассоциации, сниженный уровень обобщения, понятийный уровень, уровень нормы, абстрактно-метафорическое мышление, выходцы из народа, и, соответственно, формальное бессодержательное мышление, искажение процессов обобщения. Это только две нозологии – шизофрения и ММПИ. И в этой правой части таблицы приведены данные по нозологиям. Заходите на наш сайт в раздел номер 6 «Информация», и эта таблица там находится в свободном доступе. Тайны мы из нее не делаем. Это основной методологический подход к оценке качество мыслительной деятельности любого человека, соотнесение его качества мыслительной деятельности с тем или иным синдромокомплексом и, как следствие, с нозологией. Ну, нозологический диагноз, понятно, выставляет психиатр. Мы работаем на уровне симптомологии. Так называемые у нас есть патопсихологические синдромы. И на второй стороне этого файла краткость сестра таланта, вот этот файлик, он самый ценный в этом комплекте. Вторая таблица, здесь более подробно описано, опять же, соотнесение результатов обследования по методике пиктограммы с нозологическими какими-то диагнозами. В частности, указано конкретно
F73, F72, F71, F70 и так далее. Это самое ценное. Вот это поставляется нами, отрывается от себя, как говорится. Без этого работать нельзя. Ну и, собственно, чем проще, тем лучше, как автомат Калашникова. Соответственно, показал я вам методическое руководство, показал я вам основную методологическую таблицу и как выглядит стимульный материал. Как я уже сказал, во взрослом варианте их всего 5. Значит, всего 5 листочков стимульного материала. Вот так вот они выглядят, заламинированные. Хватит их, наверное, до конца жизни любого специалиста. Лет 20 назад я мог бы только мечтать о таком стимульном материале, о методологии так оформленной, четко и понятно, методическом руководстве и, собственно, о 5 основных стимульных материалах. Обратите внимание, на обратной стороне этого стимульного материала на каждом листочке написано стандартный взрослый основной базовый набор 16 слов и словосочетаний. Номер 1. Это вот основной главный стимульный материал. Мы им пользуемся уже на протяжении 18 лет. И тут при необходимости, при каком-то ретесте или каком-то сложном случае человеку можно предъявить другой стимульный материал, отличающийся, естественно, от основного базового. Всего во взрослом варианте 16 слов и словосочетаний в каждом из этих вариантов. Использовать можно любой из них. Ну, тоже отложим в сторонку этот стимульный материал. Понятно, что все заламинировано. Все вечное, красивое. Ламинация. И, соответственно, у нас существует бланк протокол. Правильно он называется. Исследование по методике пиктограммы. Здесь мы ведем какие-то записи, не какие-то, а те, которые изложены в методологических материалах. Четко фиксируем ответы испытуемого и, соответственно, шифруем их. Вот здесь вот столбик, где у меня карандаш, столбик шифровка. Мы, соответственно, шифруем их как наглядно-образное НО, конкретно-ситуационные ассоциации КСА, атрибутивные ассоциации, абстрактно-метафорические ассоциации АМА и выхолощенные бессодержательные ассоциации БАС. То есть вот эта методология, она тут раскрывается. Соответственно, этот стимульный бланк, протокол исследования можно размножить на ксероксе, отксерокопировать и использовать в дальнейшем, вкладывая в историю болезни карточку пациента, клиента. Конечно, методика рассчитана прежде всего на условно нездоровых лиц, да, то есть в клинике она применяется, но она работает везде и всегда, дает потрясающие показатели. Затем мы это все дело суммируем, получаем какое-то значение по каждому из этих вариантов, наглядно-образному, конкретно-ситуационному, атрибутивному, абстрактно-метафорическому, и видим, согласно той вот мной уже показанной таблице, мы уже видим, сейчас я ее еще раз достану, мы видим уже непосредственно качество мыслительной деятельности и выявляем по этой таблице, все ли в порядке у человека, нет ли у него каких-то возрастных изменений, или же это врожденные изменения при умственной отсталости, или же у него все в норме, или это выходец из народа, умный человек, рассуждающий на абстрактно-метафорическом уровне, или же это проявление каких-то слабых латентных признаков предметов на понятие победа, человек рисует машину победу, и, соответственно, это слабый латентный признак, это шизофрения. На понятие, или ягоду Викторию, допустим, самые такие яркие примеры, они описаны в литературе. Ну вот, собственно, и все. Значит, методология, еще раз покажу. Методология, стимульный материал, основной методологический подход и бланки ответов, бланки фиксации результатов, протоколы. Собственно, на этом все. Если будут какие-то вопросы, пишите мне под этим видео, задавайте вопросы по электронной почте. 100% нет. 100 000% работающая методика, абсолютно рабочая и выявляет то, что, пожалуй, не выявляет ни одна из других нескольких десятков патопсихологических методик. Я ее обожаю, она абсолютно рабочая. Странное сочетание проективной методики с формализованным подходом, разработанным, адаптированным, проверенным годами, десятилетиями, тысячами исследований нами проведенных в области вот именно патопсихологических каких-то исследований психически здоровых, ну и, собственно, психически больных лиц.
На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!